Прямо из севера Дальнего Востока в Сочи приехала икра и рыба камчатская. Ценные породы, рыбы и натуральную красную икру, настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов можно приобрести в гранд-отеле «Жемчужина» на выставке-ярмарке «Пасхальные традиции». Деликатесы привозят на курорт уже не первый год, и каждый раз возле прилавка выстраивается длинная очередь. На ярмарку Ирина Алексеевна приезжает регулярно из Курганинска. Помолясь возле святынь, она всегда устремляется к своему любимому прилавку – икра и рыба камчатская. Наше любимое место – рыба. Мы всегда приобретаем рыбу, чевычу любим, икру. Всего в ассортименте более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе натуральная красная икра. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – редкая деликатесная чавыча. Именно за ней на выставку уже не в первый раз пришла исоченка Наталья Ивановна. Вы знаете эту рыбу, правильно? Да, что захотелось. Можете, что можете сказать о ней? Ну, вкусная рыба, хорошая. Не смог пройти мимо стенда «Икра и рыба камчатская» исоченец Дмитрий Викторович. Покупать рыбу перед Пасхой именно здесь для него уже стало доброй традицией. Перехожу каждый год, ярмарка очень нравится, мне рыба всегда свежая, хорошая, не подается заморозки, вкусная. Вот дети прям вообще. Что купили? Ну, я купил икру. Натуральная, видно, что она свежая, все, как бы, все едим белорыбицу и чавычу, все свежее. Доставляют деликатесы в Сочи действительно без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины А, Е и Д. Приобрести камчатскую икру и рыбу все желающие могут в гранд-отеле «Жемчужина» до 21 апреля включительно. Выставка «Пасхальные традиции» работает на втором этаже в выставочном зале с 10 утра до 6 часов вечера. Елизавета Червяк, Никита Рябинков. Время новостей.